Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и продолжаем играть. Пирон Кровосек. Давай, иди. Удачи. Лесоруб. Какой-то знакомый ник. Вроде нормально попался, не начал там въебываться и гасить. Так потому что мы с дробовиком. Так, подожди. Этот засранец меня убивал, как только я зашел на этот сервер. Да? Блять, месть будет тяжелой, жестокой. Давай тогда подожди, подходим к нему, поговорим с ним, и мы начинаем гасить. Главное, меня не забери там. Воу-воу-воу. Медведя, за что медведя лупить? Блин, я его не вижу. Очень некрасиво, господа. Все, все, все нормально. Давай лутай его, а, у тебя хоть одежда лутаю. Будет. Посмотри, посмотри себе, может что. Он тебя реально в самом начале убил? Подожди. Забирайся все остальное. Да, это сволочь, давай по мне стрелять. Самой серии. Она серия, наверное, выйдет сегодня в субботу. Проверим. Я просто не помню. Но этот ник я видел. Да, прикольно. Бля, у меня что-то раз сам сворачивается. Ну если что, пусть чувак изменяет за это. Просто жертва обстоятельств. Ему просто не повезло. Ты забрал с него лут? А? О. А ты с него лут забрал? Одел хоть одежду? Хоть одежду. Я не одевал, потому что когда кто-то видит кого-то в одежде, его психика расслаблена и хочет наоборот замочить того, кто с одеждой лазит. Пацан, мы тебя спасли. Нет, он напрыгнул на эту огородку и сдох. Да, бля, мы вот волка спросили. Надо было волка спасать. Два отморозка, блядь. Он, наверное, просто... Опа. Кто? Нас двое, пацан. Мистер Нуб. Ну чё, куда побежим сейчас? Пошли смотреть, что тут есть. Угу. Пацан, ты так за нами не ходи. Мы опасные. Он какой-то странный, блядь. Ты ж пока в DS не играешь, да? Так она лагает безумно. Ну чисто ее можно купить для того, чтобы потом отложить. А у меня она есть. Ну я знаю, я уже так. Я, наверное, свой канал смотрю самую. Ну как Ташка, первая серия вышла, тогда вот. Опять этот лесоруб. Дружище. Слушай, у тебя ботинки есть? Нету. На, возьми. Это с того лесоруба. Охренеть, тут есть кролики, смотри.
Знаю, курицы, кролики, тут пиздец. Слушай. На самом деле вот хорошо, что этих зомби убрали, уже как-то более можно всего тут налутаться, то что они, блин, были бы живучие, как-то с расстояния 3 метра могли завалить еще. Блин. Блин. Ты обиделся, что ли, чувак? Сори, просто нечаянно так получилось. Это месть была, а не нечаянно. Это была месть. Что-то людей тут развелось. Наша популяция, да. Нашей окраины растет. Давай пока к себе домой сходим. Покажешь, где ты живешь вообще. Опа. Блять, там пацан в леггинсах. Да. С нами лучше бой не вступать, нас в принципе двое, мы с оружием. Пацан, у тебя прикольные штаны. Мне нужны твои штаны. И мотоцикл. Ладно, побежали. Мотоцикл. Да я пошутил. Да, я дай ему. Все, побежали. Это твой домик? Yep. Я гляну, что он прихожу. Ну, посмотри. Там много всего. Значит, я закинул еще 2 больших ящика. Тогда все дерево скину, чтобы его не потерять. Слушай, а можно самодельные патроны в дробовик вставлять? А вот хз, попробуй. Блять, их сделать сперва надо. Кто-то тут ходит рядышком. Да. Мы вообще так беспалевно говорим? Ну, конечно. Такс. У тебя одной ткани нету. Так ты смотри в ящике. Там все есть. Ну, я сейчас один спальник сделаю, хорошо? Ага. Бля. Чейнджлок. Их тут много ходит, мне кажется. Конечно, пасут нас. Угу. Сейчас мы оружие накрафтим. Угу. Кстати, одень наушники, а то фонит. Что наушники? Одень, а то я себя слышу. Сейчас, подожди. Так, хорошо, хоть наушники будут. Так вот лучше. Крафтинг. Сейчас посмотрим, друзья, будут ли работать у нас. Где же это? Вот это самодельный handmade shell. Один камень. Наушники свои закинул. Один камень, черт. Сейчас попробую поговорить. Так, камень нам нужно. Лут, крафтинг. Сейчас, друзья, сделаем. Ух ты, 32 штуки. Ну вот проверить бы как-нибудь. А, где они? Самодельные не подходят патроны. Блин, жаль. А обычные мы не можем сделать? Вот сейчас попробую поговорить, будет эхо или нет. Так, давай попробуем, ну вроде нет, нет, слышно меня. Блин, жалко, наушников нет. А сейчас? Так, раз, два, три. Слушай, у тебя как-то стоит, что у тебя автоматом микрофон работает. Не по кнопочке. Нафиг.
У меня-то... Я на ноуте играю. Не на ПК. Блин. Блин, там еще и звук медведя, нам только медведя еще не хватало тут. А, хрен с ним, пусть там кого-то убивает. Нет, там медведя убил кто-то. Ну хоть без выстрелов. Так, уходи отсюда. Да о чем мы его боимся, да, вообще? У нас тут спальня. Так, надо, блин, еды поесть. Ид. А, это подождите, это значит заражена радиация? А, нам нет, наоборот. Сейчас надо прямо пробежаться, просто ресурсов пособирать. Слушай, а у меня вот штаны и кепка с радиацией, значком радиации, это плохо? Они наоборот, противорадиационные вроде. Что-то написано плюс 40 радиэйшн. Ну, они на радиацию меньше набирают. Ладно, пойдем дальше лутать что-нибудь, смотреть. Давай, пошли, открывай. Поставь какой-нибудь пароль, пожалуйста, на дверь. Я поставил. Какой? 1, 3, 2, 4. Получилось? Да, все, пошли. Здесь мы долго, здесь долго жить нельзя, потому что нас там сразу дверь вынесут, эту как нефиг. Нам надо железную дверь и нормальный дом. Надо сразу собирать ресурсы и уже из железной двери новый дом делать. Пожалуйста, курицу с этой скирки. Там вроде мясо с нее будет вообще не падать. Сколько снова? У нас уже 4 человека играет тут. Упал. Кто там стоит? Пацан какой-то. Вот это чувак, наверное, только что в чат писал. Да, ребята, я мертвый. Мы не будем, не бойся. Так подождите, он у меня в друзьях есть. Вы чё? Ну что, куда бежим? Да, нас теперь трое. Банда енотов объединяется. Ту-ту-ту-ту. Нас уже трое, блин, мы все больше и больше. Короче, надо крафтить лук и бежать на этот, на завод тот. Вон какой-то пацан вон там ходит. Пойдемте посмотрим, что он. Вообще тут дофига людей ходит. Пусто, пусто. Опа, давайте тут пособираем вот это, пока можем. Дерево вот это все. Блин, кабан. Интересно, а что, с кабана... А, ну, видимо, его только вот таким методом. Симулятор Френдли пишет. Такс. Надо дом построить большой. Да, но для этого надо очень много дерева. Пошлите тогда за ресурсами, пошлите за мной, посмотрим, есть там или нет. Кто-то пишет, это самая мирная игра в мире. Да, кстати, дорогие друзья, хотите играть с нами, сервер я уже написал и сказал, как туда зайти. Это вон дерево валяется. Так, там двери быстро разнесут в доме, если что. Тут кирка, берите кому надо. Бери.
три кирку, третья. Так, я вышел. А вот вижу. Побежали вверх, пробежимся, а? Пойдем. Лука нету. Сейчас бы просто мишек пообузили бы. Можем к заводу. Там золот, ну правда, этот радиация, там вообще жрет жестко. А у меня есть конфеты от радиации. Ну поверь, они, блин, не сильно тебя спасут там. Тут просто смотри, сейчас будет много медведей и волков должно быть. Ну я бежал с этого места. Вон сколько. О, бля, у меня уже 78 радиации. Так ты оденься. Или ты уже где-то, у меня не так много, 48 всего. А на заводе что-нибудь вкусное? Я не знаю, тут за заводом этот, всегда большинство рута этот, такается. Там за заводом дом стоит чей-то. Опа, давайте волка сагрю, а вы его завалите, хорошо? А что с них падает? С них то же самое, что и зомби падает. А чё с зомби падало? Ну там разное. Блин, боюсь сагрить одного и все за мной побегут. Это будет жестко. Ну давай, беги. Вперед. Охота, мать его. О. Ребят. Блять. Прикиньте, как это со стороны выглядит. Чё там? Кепочка! Давай еще агри. Медведи кого-нибудь там. Ну давай сейчас. Бля, три медведя. Вон, Мишка. Он уже сагрился. А он не переагрится? Нет. Блять, ты по мне попал. Так. Ну что? Металл. Если патроны на пистолет, говорите мне, хорошо? Смотри, сейчас агрю. Давайте. Ё-моё! Один за мной. Даже упустить успели. Назад беги. Так, тут чё? Убирайся, там ещё одна шапка. Что, на завод побежим, ещё давайте этих добьём. И на заводик забежим. С них падает это. Шкура, давайте полутим их, или шкура не важна. Если меня сейчас называют. Только у нас не изучено пока что. Там красная кожа дается вроде. Все нормально, сейчас последний. Чё там? Я так раньше умер, подошел сюда и новый стак просто появился, меня метали и убили. Чё там? Ганпаудер. Пойдемте на завод. Погнали. Отлично, слушайте, мы отлично. Вот сейчас меня тут радиация будет жестко жрать. Надо быстро тут все делать. Так, таблетки от радиации. Короче, если вы меня не будете слышать, я сдох. Да ну нафиг, уже 352, что я буду тупом. Фонарь!
Нашел. Покупать противорадикальные таблетки. У меня. Пойдемте выйдем, я вам дам. У кого особо противорадикальные? У меня. Кидай, 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 кидай. Подождите. Вот 6 штук. Я нашел фонарное оружие. Так-то рецепт бы классно найти. А, секунду, мне тут еще расширять ему. Ладно, давайте забежим за завод, наоборот, там это. Побьем их. Блять, сагрились. Кто, кто? Волки. Я в тебя не попал? Нет. Хитрожопый. Блять, боюсь, то что у меня руки из нужного места растут, попаду. Воу, воу. Блять. Пацаны нашу перестрелку услышали. У меня кровь течет. Тут бандаж надо? Да. У меня херня какая-то, сейчас сдохну еще. Так, отлично. Во, уже этот переоделся. Кстати, как тебя зовут? Серега. А тебя? Хорошо, Никита. А Никита. Серега, Никита. Возьмите шапку, кому надо, антирадиционную. А, у меня такая есть. У меня есть. Так, что дает хелс? Ладно, давайте побежим тогда туда, там где-то дом. А что, все, закончили заводом? Да завод надо туда, не знаю, как идти, потому что там у нас просто что-то жрет нафиг. Да вот, видишь, сейчас тут должно, вот, много руд вот этих появляется. В этом месте. Так и манит облутать его. Так. Ну что ж, дорогие друзья, это был очередной день наших похождений в Rust, в который мы можем играть вместе с вами. Подписывайтесь на наш канал, ну и в целом будем играть вместе.